это открытие памятника советскому и российскому журналисту-международнику, писателю, востоковеду, арабисту, ведущему телепрограмм Центрального телевидения Фариду Мустафевичу Сейфуллмулюкову. Памятник устанавливается Республикой Татарстан. Слово предоставляется заместителю премьер-министра Республики Татарстан, полномочному представителю Республики Татарстан в Российской Федерации Равилю Калимуловичу Ахметшину. Благодарю всех, кто пришел сегодня на почтить память выдающегося журналиста-международника, нашего любимого, дорогого соплеменника Фарида Мустафевича. Вот уже 2 года его нет с нами, этого великого знатока Востока, тонкого татарина, можем сказать, и большого интеллигента. Фарид Мустафевич входит в элиты международной журналистики. Мы все хорошо помним его интервью, его работы во всех горячих точках мира, особенно в арабских странах. В самый сложный год он встречался с главами государств, большими общественными деятелями, как Ясир Арафат, Фидель Кастро, Асад и с многими другими. Конечно, работал он в тяжелое время, когда не было ни компьютеров, ни интернета, ни мобильных телефонов. Но его передачи ждали каждый день по воскресеньям весь Советский Союз, весь советский народ. Особенно мы, татары, ждали увидеть своего сына, своего брата старшего, что выступает, и гордились, что выступает наш близкий соплеменник. А сейчас, Паш, хотелось бы предоставить слово известному деятелю российского телевидения и радио, первому заместителю председателя Гостелерадио СССР Валентину Валентиновичу Лазуткину. Здравствуйте. Я всех поздравляю с этим большим, огромным событием, с открытием памятника великому человеку, великому арабисту, нашему другу Фариду Мустафевичу. Вы знаете, много говорить нельзя, но я главное скажу. На Ближнем Востоке всегда неспокойно. Там большие, малые войны. И вот на всех этих войнах, практически на всех, он был. Он был первым нашим советским военным тележурналистом. Первым. Потом были другие, потом была афганская война. Нас было много. А он был первым. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. Изначально мы выбрали фотографию, где вот он в такой позе. Немножко другой у него там волос ветром развивает, и вот весь он такой устремленный. Нам понравился этот ракурс фотографии, и мы попросили Риму повторить эту позу, ну, с небольшими, там, с небольшой коррекцией. Поправили волосы немножко, собственно, все так и осталось, и костюм, и рука его так была в кармане. Добавили ручку вот по в карман идее дочки, да, чтобы, так сказать, подчеркнуть, что человек был пишущий. Ну, ездили мы несколько раз в мастерскую к скульптору, уточняли кое-какие детали, потому что у него вся мастерская была завешена фотографиями. Ну, как долго? Да не очень долго. Он как-то сумел ухватить вот характер, суть его, его натуру из наших слов. Просто
процессе работы, конечно, я очень много изучал его образ, пересматривал многократно те видеоматериалы, которые он снимал в то время, когда он был, так скажем, в силе, в активной деятельности. И в процессе у меня родились, так скажем, 5 творческих идей по поводу памяти. Вот. И была выбрана одна из, наверное, сильных композиций, которую я выполнила сейчас. Памятник выполнен в бронзе, я работал над ним, наверное, чуть меньше 3 месяцев.